Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Я думаю, сегодня, по моему мнению, мы стали свидетелями одного из самых, ну, по крайней мере, за те 20 лет, что я слежу за боксом, это один из самых великолепных поединков, которые я видел. Было два чемпиона, которые рискнули всем, ставили на кон все. Для меня сам результат второстепенен. Я знаю, кто-то пройдет дальше, кто-то нет. Но в итоге это был тяжелый бой, предпочтение в котором можно отдать в любую сторону. Либо дать ничью. Возможно, кому-то больше нравится активность в бою больше, чем эффективность. Но в конце концов, это был невероятный бой между двумя бойцами. И я думаю, сегодня мы увидели хорошую рекламу боксу. Майрис, для тебя, наверное, это тяжелое поражение. Но ты провел невероятный бой. Особенно в начале поединка ты выглядел невероятно. Не мог бы ты нам рассказать, что ты чувствуешь? Ведь, несмотря на то, что ты проиграл, ты потрясающе себя проявил. Я надеюсь, всем понравился бой. Это был мой самый тяжелый соперник. И я думаю, я подошел к бою слишком спокойно. Сейчас я тоже спокоен. Может, именно это было неправильно. Но я думаю, это такой бой, который можно сделать снова. И надеюсь, что так и будет. Александр, поздравляю, ты объединил два пояса. Я знаю, что твоя мечта — объединить четыре пояса. В данный момент ты совсем рядом с ее осуществлением. Сейчас, наверное, ты переживаешь прекрасный момент. Каково это было в ринге с Бриедисом? Здравствуйте. У меня в коллекции еще один пояс, слава богу. Так случилось. Марис хороший спортсмен, сильный спортсмен. И вы увидели прекрасных, великолепных 12 раундов боя. Я думаю, что кто смотрел это по телевизору, он тоже, конечно, радовался, но кто увидел это вживую, то, ну, великолепный же вечер был, правда? Александр, что ты ждешь от финала? Ты представляешь себя победителем турнира? Слушай, вот у вас задача. Вы мне, короче, представляете, чтобы я думал на месяц, на неделю вперед. Я вообще не думаю об этом. На данный момент, о чем я думаю, это я хочу поскорее вернуться в раздевалку, переодеться, поехать в номер, поспать. И завтра хочу быстренько приехать домой и обнять своих детей. Вот о чем я на данный сейчас момент думаю. А в финале? Да когда будет финал, вот тогда я о нем и буду думать. Марис, что ты чувствовал после боя? Думал ли ты, что ты победил? Я думаю, бой был равен, но судьям лучше знать. Но для меня этот результат станет лишь дополнительной мотивацией лучше готовиться к предстоящим боям. И вопрос Александру Усику. С каким поясом в понедельник пойдете на работу? С каким поясом в понедельник я пойду на работу, да? А я не работаю. Вот моя работа. То, что я делаю в ринге, это моя работа. Вы, наверное, хотели сказать, с каким поясом я поведу свою дочь в школу в понедельник, да? Да я оба возьму. Представляете, я одену пояса на вот так вот и пойду по району ее в школу поведу. Нет, пояса не буду брать. Будут они лежать дома, у них будет почетное место свое. А в понедельник я не пойду никуда. Вопрос Александру. Скажи, пожалуйста, для тебя это было удивление, что, ну, как бы, первую половину Марис очень хорошо начал, как бы он лучше выглядел. Ты был к этому готов, или как бы это для тебя такой неожиданностью стало, что он активнее и больше ударов нанес в первой половине? Ай-яй-яй, хорошо, не нервничайте. Это. Повторять все или то, что вот можно продолжать? Бабка надвое сказала, кто из нас лучше выглядел в первой половине боя. Я
ожидал этого, мы были, ну, мы готовились к этому, потому что у парня 25 поединков, да, и 25 этих выигрышных. Так что мы с командой свой план выполнили, все, слава богу, и мы возвращаемся домой с трофеем. Всем добра!